Мы празднуем День Танкиста 2017 года. У нас сегодня новый формат. Мы перебрались в центр города, в самый большой, в самый красивый Парк Победы. Куда пойдете в первую очередь? Вы же посмотрели уже карту? Кто может ответить? В игровую зону. Личный за счет? Нет, надо старшине выиграть подарок. Хожу тут, люди узнают, просят фотографироваться, приятно. Скажите, пожалуйста, вот кто вас сюда притащил? С коляской, с ребенком? Интерес и желание провести хорошо время. Хорошие впечатления, классный праздник. Хотелось бы, чтобы таких больше было в городе Минске. Пытаюсь улучшить танк. Честно говоря, давно не играл, но раньше был профессионалом. Если что, ейский колхозник — это я. И погнали по правому флангу. А тебя что, Кондрашов не берет во взвод? Я не очень понимаю, что вообще происходит, потому что я в первый раз в жизни играю. У меня есть для тебя отличное предложение. Выйти в ангар и выбросить другой класс техники. Какой? Арту. Так, мне нравится артиллерия. Прикольно. Я теперь в танке буду рубить. На арте нагибает. Воу-воу-воу! Вы посмотрите на эту красотень-то. Специально к Дню Танкиста вот мы приготовили такой подарок. Я прилетел сюда не просто так, а я привез уникальную награду с цифрой 3 миллиона. И эти 3 миллиона значит, что в группе World of Tanks недавно настало 3 миллиона подписчиков. И теперь самый главный вопрос. Каково же это отвечать игрокам в прямом эфире? Ну, жарковато, во-первых. В прямом эфире, с одной стороны, мне нравится, потому что это живое общение постоянно, с другой стороны, действительно такие зачастую частные вопросы, там что-то лагает, что-то вылетает. Сложно помочь решить человеку проблему, хотя очень хочется. Минск, знаете, отличается. Ну вот правда, не знаю почему. Мне лично всегда приятно приезжать сюда, в этот город. Какое-то единство между людьми есть. Да. Ну, то есть ощущение, что все люди как бы вовлечены, как-то классно. Мне очень душевно, здорово было. В конце все пели, так прям большое-большое количество людей. Очень здорово. Нам очень понравилось, классно. Желаю всем любви, радости, много хороших, позитивных эмоций. Спасибо вам огромное, танкисты, за вашу страсть, за вашу любовь к истории, за то, что вы провели этот день с нами.